Главный тренер СЕВГУ Сергей Михайлович Шуманский. Сергей Михайлович, почему сегодня выиграли? Потому что голы забили. И сработал тот план на игру, который я вам вчера даже говорил, что мы сегодня очень хорошо тактически подготовились. И задача была просто выйти, потерпеть и дисциплинированно сыграть. То, что мы как раз и сделали, и заставили команду Ростова натыкаться на наши два эшелона, скажем так, даже не защиты, а просто правильных действий. И сказать, что у них было много моментов, не скажем, а те быстрые выходы в атаку, которые мы хотели, мы работали над этим, они сработали. И те нужно было еще забивать, но оставили на завтра, послезавтра. СЕВГУ играл лучше? Да, я наверное, бы так сказал, что, во-первых, я бы хотел поблагодарить команду Ростова, дебютантов. Мы в прошлом году такие же были дебютанты, мы понимаем, где-то волнение сработало. Поблагодарить за прием, за хорошую игру сегодня и, главное, что без травм, это во-первых. А во-вторых, наверное, сработал тот момент, что у нас такой немножечко произошел момент. У нас умер Игорь Михайлович Братан, который руководил детской школой футбольной. И все футболисты, которые у нас есть, они прошли через эту школу. И мы... Сегодня был похорон в Севастополе, и мы пообещали, что мы победу сегодня посвятим ему. То есть эта победа была. Игорь Михайлович, это вам сегодня. Несколько выходов один на один, слабая реализация. Почему мало забиваете? Ну, вы же знаете, это наша болезнь такая. У нас самая молодая команда, и если мы будем забивать, тогда как-то мы будем, нас Ростов не будет с удовольствием принимать, если мы забьем все голы. А так мы оставим на завтра, на послезавтра. Я говорю, мы самые молодые, мы учимся, и ничего. Премьер-лиги забьем. Ну и напоследок, Сергей Михайлович, что нам ждать завтра от вашей команды? Будет больше голов? Будет больше, чем 3 гола за игру? Ну, я же говорил, команда Севастополь – это вот жемчужина студенческого футбола. Для нас всегда важно и тактически грамотно играть, и чтобы ребята понимали, что мы от них требуем. И даже если не выйти, и мы подготовим сегодня план на игру. Вечером сядем, спокойно обсудим сегодняшнюю игру, обсудим завтрашнюю. И я думаю, что сюрпризы будут в любом случае, но позитивные. Сергей Михайлович, вам большое спасибо. Удачи в следующих играх.